Невнимательность на дороге или проверка на прочность – итог один. С трамваем шутки плохи. В эти выходные на трамвайных путях Улан-Удэ произошли две аварии. К счастью, обошлось без жертв, чего не скажешь о самих авто. Всего на дорогах Бурятии произошло 48 аварий. Выявлено более 600 нарушений ПДД. 48 человек лишились водительских прав за пьяную езду. Биологические добавки за 13 миллионов рублей. Именно такую сумму улан-удэнец перевел продавцам БАДов в одном из интернет-магазинов. Сайт оказался фейковым. Возбуждено уголовное дело по факту о мошенничестве. За последнюю неделю аферисты обманули 50 жителей Бурятии на сумму более 24 миллионов рублей. В Госдуму внесут законопроект о сохранении пособий при досрочном выходе из декрета. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Родители, если захотят, смогут вернуться из декрета и получать одновременно и пособие, и зарплату в течение полутора лет после родов. Также выплаты сохранятся, если родитель решит на время декретного отпуска устроиться на новое место работы, не лишаясь старого. Законопроект вступит в силу с 2024 года. Золотой голос Бурятии Бадмаханда Аюшеева покорила сердца московских зрителей. Певица выступила сольным концертом на сцене камерного зала Московского международного дома музыки. Боксер из Бурятии завоевал Кубок Европы. Уроженец Тункинского района Баир Батлаев успешно представил Россию на соревнованиях в Черногории весовой категории 51 килограмм. В финальном поединке Баир одержал победу над соперником из Армении. Чемпион UFC Кубок 2023 в 51 килограмм категории Батлаев Баир.